Всем привет! Продолжаем дальше защищать наши земли от вражеской навалы. И сегодня замок Мунфэнг. Тут что-то договориться с Крессой стоит, но это, понятно, какие-то левые задания, которые никакого смысла не имеют. Так, сейчас посмотрим. Маленькая карта, моя любимая маленькая карта. Да, этих забираем, потому что деревянные стеночки при такой армии больше там минуты не выстоят. О, тут еще столько арбалетчиков. Этого одного оставим, чтобы поджечь рвы с нефтью. Тут еще деревья, чувствую, будет пожар такой неплохой. Так, баллиста. Конечно, свое дело делает потихоньку. Оп. Нихера себе сюда навалил сколько людей. Они тупо не влазят уже. Так, а ну проверим, там все нормально стоят. Да. Так, ну все, теперь защищаем нашу цитадель. Конечно, стрелки высаживаются очень быстро. Так, а в этих, походу, не попадают, потому что рельеф мешает. Хреново. Хреново. Так, ну чё? Поджигаем, что ли? О, ох, пошло-то, деревца-то хорошо нам помогают. Такой пожар устроили тут, понимаешь ли. Ого, вас тут нахерачилось. Сколько, да. Так. Сейчас сделаем такую фишку. Выманим лучников. Оп. Выманили. Хорошо. Эти сюда. Эти сюда. Опа. Нежданчик. Так, эти сюда пойдут арбалетчики. Зашли и зашли. Хорошо. Так.
ну волчьи ямы, конечно, тут сдерживают натиск существенно. Так, а ну-ка, присани вот этого копьеноса. Так, все, башенку никто нашу не трогает. А, блядь, опять. Опять они заныкались. Твою дивизию. Ого! Катапульта, ты чё, блядь, делаешь? По своему же замку. Воу! Не понял. Так, выманиваем стрелков. Чё у нас? До хера еще арбалетчиков. О, последние уже. Наконец-то. Так, так, все хорошо. О, баллисту не трожьте. Так, хорошо. Отлично. И опять, так, да, надо сохраниться, кстати. Там мало ли что может произойти. Конечно, перезаписание. Оп. Вот это я понимаю. Баллиста, конечно, прессует. По пол... Баллиста по пол житухи практически забирает. Да, она так не попадет, понятно. Опа, моего лучника снесли. О, у меня ж мечников тут есть еще, ё-моё, 21 мечник. Ух, хорошо. Цитадель так на самом краю крепости. Да, классная территория. Это как бы, еще бы здесь так отходной путь сделать. Если что, типа, можно было смотаться. Но мы, конечно, с этого замка никуда не смотаемся.
Так, что у нас там? Пикинёры остались. Фактически только одни. Так, это все хорошо, нам надо одного мечника. Так, а вы идите сюда. Там уже стрелков нет. Нам надо мечник, чтобы этого арбалетчика присануть, который меня заколебал уже. Так, открываем ворота и пошли сюда. А, все, его уже присанули. Задание отменяется, братуха. Так, ну что, чуть ускорим, думаю, вы не против. Потому что ничего особо не предвидится, а ждать как бы полчаса, пока они дойдут, тоже не очень охота. Сейчас пока пойдут основные силы пикетчика, тогда вернем скорость назад. Ну и чё вы сидите, уже бы все вместе шли. Это, конечно, просто чудовищная ошибка компьютера, когда он по чуть-чуть отправляет. Ну да, их ложат как детей на игровой площадке. О, еще катапульта. По чуть-чуть помогает. Так, может что отремонтировать там надо? Как вы говорите. Там еще-то у нас еще есть. Ого, 100 нефти. Жалко, строить ничего нельзя. Так, что у нас тут? Ну, еще есть. Вау! Да блять, я... сука, не включилось. Капец. Забыл брать активную оборону. Добивают замок, расчищают полностью дорогу все. Да, ну музыка, конечно, я, наверное, в сотый раз повторю, что музыка здесь просто нереально классно. Так, ну что нам, последние отряды добиваем и празднуем победу. Так, конечно, прикольно в замке сидеть и отстреливаться.
представить, как в те времена-то, вот 1270 год, когда на тебя нападают, ты сидишь, отбиваешься, ты не знаешь, сколько там всего войск, сколько они осады будут держать. Здесь, по сути, если бы просто держали осаду, то пища закончилась и все на это. 0 единиц продукции, тут выхода для производства нет, здесь бы они все уничтожали. То есть замок такой может стать не только цитаделью, но и ловушкой при правильной осаде. Так, ну это я так понимаю. Ага, вон, они последние. Там 2, 3, 4, 5 человек последние остались. Так, что, можно идти, ребята? Там пусть, блин, капец. Ну все, возвращаем назад. Да, ё-моё, всё. Ремонтируем. 14, 11. 10 камней осталось. Замечательно. Устояли вообще без проблем. И это на самом сложном уровне. Я так понимаю, на легком там бы можно было вообще мышку не трогать. Просто просидеть, чтобы они сами выиграли. Здесь речка, но это, по всей видимости, в реальности какой-то как охранный пост был на речке, по которой судно переправлялись. Ну, она, конечно, здесь маленькая отображена, но в реальности, думаю, было достаточно для прохождения кораблей торговых, по крайней мере. Так, все. Оп, стопе. О, замечательно. Победа! Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.